Для повышения надежности, безопасности и обеспечения безаварийной работы на Иркутской ГЭС обновляют оборудование. Так сейчас идет монтаж одного из важнейших элементов станции нового гидроагрегата. Пока меняют один из четырех существующих. Работа эта масштабная во всех смыслах. Так, только на доставку всех деталей для гидроагрегата потребовалось 9 месяцев. Общий вес запчастей 1500 тонн. Последняя деталь, вал ротора весом 108 тонн, преодолел свыше 2000 километров. Сначала на железнодорожной платформе деталь доставили из Новосибирска, а затем тралом в ночное время везли по областному центру. При доставке было задействовано огромное количество спецтехники, автопоезда, краны и 30 человек. Сейчас на ГЭС приступили к сборке нового гидроагрегата. Он заменит прежнюю машину, которая проработала 64 года. Его замена – один из этапов масштабной программы «Новая энергия», которую реализует «Анплюс Групп». Проект охватывает 4 крупные гидроэлектростанции, каждую из которых модернизируют и совершенствуют. Для Иркутской ГЭС обновление – это в том числе и увеличение мощности на 22 мегаватта. Чтобы было более понятно, что это значит, вот лишь один факт. Для сравнения этого объема энергии хватит, чтобы осветить все жилые дома, например, такого города, как Шелихов. Уже более 60 лет отработали гидроагрегаты. Конкретно тот, который меняется, был введен в эксплуатацию в 1956 году. И вот уже более 60 лет он исправно работает, но уже и морально, и физически устарел, поэтому принято решение его замены. Это программа, которая по всем гидроэлектростанциям Ангарского каскада, ну и в частности на Иркутской ГЭС, первым этапом планируется замена 4 гидроагрегатов. Вот первую мы сейчас меняем.